Пока набросок этой картины выглядит так, словно хулиганы пробрались в трамвайно-троллейбусное депо и разрисовали вагон. Но когда художник доработает картину, это станет настоящим произведением уличного искусства. За этими синими символами появится изображение женских глаз, которые будут у двери встречать пассажиров трамвая. А на другой стороне целое художественное полотно. Рисует это испанский художник российского происхождения САВ-45 или Вячеслав Гунин. Он уже 20 лет живет в европейской стране. В этот раз приехал на родину, чтобы участвовать в фестивале Самара Ground Art Festival. Надо, в общем, подготовить эскиз, чтобы он подошел на трамвай, также он в движении, и я попытался на дизайне работы сделать движение, передать это. В самом управлении ТТУ обещают заботливо относиться к вагону со стрит-артом. Если механическая мойка будет угрожать целостности рисунка, то его будут мыть вручную. Но, как отметил автор, он использует специальную краску для металла, которая должна продержаться несколько лет. Думаю, нашим пассажирам, нашим горожанам хорошо было бы внести такое вот разнообразие. Думаю, приятно будет горожанам. Посмотрим, как они их оценят. Первый стрит-арт на трамвае символично появится на вагоне первого маршрута. Выйдет он в рейс в день города, чтобы подарить праздничное настроение самарцам. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.